И дождь, и солнце, и гром, и все в кучу. Отпад. И это еще сейчас уже дождь закончился, а вообще стоял стеной. Ничего видно не было. Да. Ой, открыла окно, товарищи. Прям сюда все заливает. Да, вот такая погодка. Резко, неожиданно. Хорошо, что я с утра все свои дела сделала. Машину отдала Сережке, приехала на автобусе, прокатилась по городу. Прям вот погода гулять и гулять. Просто много дел накопилось. Мы 3 дня отдыхали. Так, я закрываю окно. Подождите. Потому что это невозможно. Он прям моросит мне в лицо. Господи, это что, молния была? Круто, да? Любите? Я обожаю. Вот кто под дождь попал. Дождь действительно очень густой и очень сильный. Видно, видно. Да. Я уже рассказывала, это монастырь, забыла название, читала про него, мужской монастырь, там очень мало послушников, монастырь старинный, там всегда 15-20 человек, не больше, мужчин, естественно, раз он мужской, очень, говорят, красивая там церковь, надо будет сходить просто побывать. На днях я бывала чисто вот на экскурсии в церкви в Дашках Песочня. Хотела поснимать, мне не дали, типа батюшка запретил. Можно только молиться, а снимать нельзя. Так я не видео, я просто хотела фотки сделать. Так красиво, товарищи, там. Он не старый монастырь, в смысле церковь не старая, она новая. Вот я же в разных церквях бываю, как все люди. Бывают вообще старинные, а она такая молодая. Там стены свежие, купола такие просторные. Ну, очень-очень красиво. Хотела, конечно, показать, но, увы, мне сказали, нельзя, иди отсюда. Ну, я и ушла, обидевшись. Поэтому очень надеюсь, что побываем здесь. Если разрешат снять убранство, будет здорово, потому что там такие красивые иконы. Как бы я рассматриваю все это, знаете, ради общего развития. Как бы мне хочется посмотреть, вот какие они, как раньше писали, потому что многие из них старинные, многие современные, некоторые из них вышитые. Вот как искусство я смотрю на это все. Те, кто верующие, конечно, по-другому все это воспринимают, но мне просто интересно. Поэтому я, так как монастырь находится возле дома, хочу там побывать как-нибудь. Как-нибудь прям вот. Просто самой интересно, как там внутри. Потому что территорию он занимает большую. Так, ну вот пока дождь, да. Вот мне вот это здание заслоняет все. Знаете, оно какое высокое? Вот оно кажется такое маленькое. У нас 10 этажей. Над нами еще 5. То есть у нас дом 10-15-этажный. Вот это здание даже выше нашего дома. О, молния. Молния сверкала. Я видела. Ого, льет, ого, льет. Вот это да. Да. И кажется, что это такое небольшое здание. Ну что там, магазин, торговый центр, ДНС, сверху спортивный комплекс был раньше, спортом занимались. Я бы хотела, чтобы здесь вернули вот эти залы, там тренажеры до сих пор стоят. Ну, видимо, не сложилось с арендой у кого-то.
Так, ну смотрю, пробка рассосалась. 2 часа дня. Все уже на работе. Оставшиеся добираются. Так, как вот, вот так вот. Дождик. Да, идет стеной, идет стеной. Вот такая вот погода. И напомню, сегодня 10-е, да, июня 2022 года. Мой цветочек сразу вам заодно. Да, у нас, видите, какие стены толстые в доме. Мне очень нравится, что стены настолько толстые, что слышимости нет, как в новых домах, которые строят. Так, и вот такая погода. 3 дня было тепло, мы были на природе, была красота. Сегодня, ну, хорошо, что дождь. У меня куча дел накопилось за эти дни, пока мы отдыхали. Я знаю, что многие любят видео, вид из окна, и даже просят поснимать. Пожалуйста, снимаю. И в хорошую погоду я открою окно и покажу. Вчера мы наблюдали вот здесь вдали поля. Видите горизонт? Он сейчас в дымке, просто не видно. А когда хорошая погода, там такие бескрайние поля. И с нашего окна виден, дома видны, парка Морской Славы, улица Бирюзова. Я думала, что это цвет бирюзовый. Нет, это был такой или генерал, или кто-то Бирюзов. И улица его именем названа. В общем, здесь очень красиво. Если бы не было это здание, или он был бы пониже, мы бы видели, наверное, озера, которые там. И тоже вот эти просторы. А если бы наш дом, вот здесь вот тоже окно было с этой стороны, мы бы, наверное, видели весь город. Мечтала я о квартире, чтобы вид был на весь город. Ну, увы, это нереально. Слава богу, хоть здесь вот вид такой есть на зелень. Здесь парк обещают, сквер, и будет очень здорово. В общем, здорово. Есть где погулять. Есть, конечно, и асфальт, но я люблю больше зелени. И вот надо сделать видео, которое мы ездили по району Дашки-Песочня. Сколько там зелени, товарищи. Ой, офигенно. Все-таки район очень зеленый, так же, как и московский. Так, ну ладно, пока дождь шел. Идет, идет. Я поболтала с вами. И буду своими делами заниматься. Потому что 3 дня гулик, природы, а дома дела накапливаются. Надо шить, надо заниматься домом. Кошкой, в конце концов. Так, ну все. И под звук дождя домонтировать видео. Крайнее. Да нет, последнее про Магадан. Последнее слово крайнее не говорят. Говорят последнее. Крайнее — это когда человек стоит в очереди. Последнее видео про Магадан. Ну, может, там еще что-то и будет, когда мы полетим еще раз. А пока последнее за эту поездку. Ну все. Пока-пока-пока.